Всем привет и добро пожаловать на канал. Продолжаю играть в Blitzkrieg 2. Что ж, у нас снова операция и новый генерал. Руководитель контрнаступления на озере Балтон, порученный обергруппенфюреру Дитриху, командующий 6-й танковой армии СС. У него, как на опытного офицера в Германии, командование возлагает надежды по изменению положения на Восточном фронте в нашу пользу. Под началом Дитриха подразделения тяжелых танков сражаются эффективнее. Несмотря на то, что войска русских угрожают Берлину, командование решило сосредоточить основные силы на южном участке фронта, в районе озера Балатона. Скрытно перебрасывая 6-ю танковую армию СС, участвующая в Арденнах операции на Западном фронте, основная задача здесь – разгромить вражеские войска в Западном Венгрии, а их остатки отбросить за Дунай и стабилизировать линию фронта. В результате операции должны быть деблокированы наши войска в Будапеште и отбить нефтяные месторождения среди Дунайской равнины, некоторые необходимые германские промышленные как никогда. Эти тяжелые дни отечества, дни подтверждают суровую истину, нефть, кровь, войны. Так, давайте улучшим войска, раз тяжелые. Так, тяжелый танк я сделал. Истребители. У меня два истребителя танков. Не хочу их брать, конечно, на самом деле. Но это по-любому надо брать. И давайте бомбардировщик. Так, Дунай. У нас тут две миссии. Тут награда. Не знаю, что это такое, может быть, я забыл. Штурмовики столько. Надо аккуратно до выполнения. Арта, истребители. О, кстати, истребитель танка, прикольно. Но у меня, видите, их нет, я их не качал. Так что давайте качать вот эти вот. Хотя бы тяжелое ПВО. Мы ступаем на озеро Балатон. Пока что все идет хорошо. У нас преимущество по количеству танков, однако нам не хватает артиллерии. Что обстоятельство вынуждает нас активно применять новые тактические приемы. На нашем участке обнаружена серьезная артиллерийская группировка противника, которая может сильно помешает наступлению наших войск. Мы должны захватить вражеские артиллерии и дислоцировать в развалинах старой крепости. Будьте осторожны, в окрестностях присутствуют большие силы русских, и они, возможно, попытаются отбить захваченные вами артиллерию. Захватите артиллерийскую батарею противника, размещенную в руинах старой крепости. Вот так вот. Поехали! Ух, какая карта! Так. Я примерно представляю, что здесь будет. Но я пока не представляю, как это победить. Наверное, потому что, блин, слишком много вражеских войск. Раketenwerfer befehlsbereit. Panzer eingegraben. Jawohl. Блин, как же хотелось бы самолет-разведчик здесь. Это просто жесть, конечно, как. Wir können jetzt auf Yacht gehen. 18 патронов всего лишь. Не густо, конечно. Man fordert uns zum Duell, was zum Spielen. Waffe ist geladen. Meine Güte, ist das öde.
Betriebstemperatur. Вот как? Ну вот как вот просто подъехал? Ну что же, вот блин, Тигр 2. Ну что за дичь? Танки как будто бы, блин, не знаю, из чего сделаны. Ты долго тут еще будешь вертеться? Я тебе что сказал? Сюда езжай. Этот танк уничтожить. Спасибо, уже уничтожили. Кто быстрее убьет, да? Меня убьют или... Was brauchen Sie, Chef? Wir sind dran. Wir hören. Truppenbewegung gesichtet. Wer macht das? Ja, okay. Truppen!
Bewegung gesichtet! Wir stehen unter feindlichem Beschuss! Есть. Ух, так, теперь надо как-то это дело защитить. Просто так. Ну все просто, на машинке подвести. Ну как просто? Это, конечно, не будет непросто, но... Wir stehen unter feindlichem Beschuss! Блин, там всё 5 патрон, да? Тащит. Тут вроде как тащит. Was liegt an, Kommandant? Führen Sie uns zum Sieg. Geben Sie uns ein Ziel. Wir rücken aus. Wir Жесть.
Задача выполнена. Удержать руины. Отлично. Полетели сюда. Линия войск, да, говорите? Такое себе, на самом деле. Так. Пак einsatzbereit. Что, стрелять не собираетесь? Вообще никак. У меня патроны есть. Стреляй, ё-моё. Панцерабвергешütz bereit. Führen Sie uns zum Sieg. Bekommen wir endlich ein Ziel. Ты не стреляешь или что? В чем проблема? Jawohl, Kommandant. Jawohl, Kommandant. Warten auf Ihre Befehle. Jawohl, Kommandant. Die schießen auf unseren Panzer. Was liegt an, Kommandant? Zu Befehl. Panzerabwehrgeschütz bereit. Wie lautet der Plan, Chef? Wir werden sie überrollen. Где-то еще тут танк там был. Так, задача выполнить уничтожить войска противника. Ошибись. Подкрепление, пожалуйста. Хоть какой-нибудь. Может, мне ни черта не дадут. Taktische Befehle erhalten. Jawohl, Kommandant. Panzer in Position. Panzer meldet Feindkontakt. Ich bringe die Gerechtigkeit. Wir können jetzt in Stellung gehen. Marschbefehl ausgeführt. Marschbefehl ausgeführt. Selbstverständlich, wird erledigt. Как ты, куда ты стреляешь-то, где эти два выстрела? Что за выстрелы-то, блин, такие? Jawohl. Führen Sie. Selbstverständlich. Sind eingegraben und einsatzbereit. Selbstverständlich. Lasst uns Ihre Linien durchbrechen. Rücken. Ziel gesichert. Zum Duell. Bereit. Wir werden Sie überrollen. Rücken vor.
Bereit zum Einsatz. Panzerabwehr hier, jawohl. Raketenwerfer einsatzbereit. Где-то тут боеприпасы могут быть. Nicht im Feuer bereit. Raketenbatterie bereit. Panzerabwehrgeschütz bereit. Lasst sie rankommen. Oh, hoppa. Jawohl. Lasst sie rankommen. Jawohl, Kommandant. Man fordert uns zum Duell. Geben Sie uns ein Ziel. Bereit zum Losrollen. Rücken vor. Endlich geht's los. Feindliche Truppenbewegung gesichtet. Rücken vor. Nicht. Хорошо. Так, надо что-то продумать. Мешает этот дот. Я не понимаю, как он так далеко стреляет. Это просто кабдец, конечно. А забить на эту точку, поехать всеми силами уничтожить дот. Там в теории должно легче быть, но это в теории. Schwere Panzer hier, schwärmen aus! Was liegt an, Kommandant? Hey, der Panzer ist ausgerüstet! Ich will mich Das wird nichts. Wir stehen unter feindlichem Beschuss. Geben Sie uns ein Ziel. Wir gehen in Angriffsformation. Wir sind einsatzbereit. Ich rieche frisches Fleisch. Стреляй сюда. Endlich geht's los. Geladen und entsichert. Wir gehen in Angriffsformation. Какой черт здесь цвет? Мне все равно горит из-за того, что убрали бинокль. Даже атака обычно не стреляет. Attentatische Position erreicht.
Lasst uns ihre Linien durchbrechen. Да, поехал, сам не знает. Есть. Bereit zum Losrollen! Rücken vor! Pack einsatzbereit! Panzerabwehr hier, jawohl! Einsatzbereit! Лично. Так, где мы танки? Контратаки, так сказать. Танк чуть, да, коснули. Ну, танки, ёп, ну что? Ух, потом грит. Ладно, успокоиться. Да, тут врагов, конечно, это просто тьма. Тут еще два танка. Знаешь, мне надо чудо, чтобы захватить все это дело. Ich bringe die Gerechtigkeit. Ich kann sie schon riechen. Hier ist Kontakt. Wir werden sie überrollen. Lichten. Taktische Befehle erhalten. Ich bringe die taktische Befehle erhalten. Wer hat da Kratzer in den Lack? Там еще один танк должен быть. Sind noch ein paar Feinde übrig?
Wir werden sie überrollen. Das Patron ist raus. Ну такой себе на самом деле. Infanterie hier, bitte kommen. Lasst sie rankommen. Endlich. Haben Sie neue Befehle, Kommandant? Jawohl. Bereit für die Jagd. Runter! Taktische Befehle erhalten. Die Panzer rollen. Wir gehen in Angriffsformation. Panzer meldet Feind. Есть, наконец-то, выполнены. Ух, как я замучился с этой миссией. Это просто жесть, конечно. Поздравляю, вы получили награду Железный Крест второй степени. Официальный критерием для награждения было храбрость в бою или действие, превышающее требования воинской долга. Это, наверное, самая сложная операция за всю серию операций Европы, блин. Это трэш. Что ж, ладно, наконец-то я ее выполнил. Спасибо всем, кто смотрел этот ролик. И до встречи. Всем пока.